Армения и Азербайджан при посредничестве России обсуждают разблокировку всех коммуникаций, действовавших в советские времена. Об этом, как передает канал 13, в среду в ходе правительственного часа в парламенте заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян. Как указал вице-премьер, в основном обсуждается вопрос железных автомобильных дорог в контексте восстановления существующей в советские годы инфраструктуры по всем возможным направлениям. Функционирует рабочая группа на уровне вице-премьеров правительства Армении, России и Азербайджана. Мы провели несколько заседаний. Сформированы также две подгруппы, одна из которых проводит экспертную работу по чисто технической природе инфраструктур, другая – работу по правовым, таможенным и другим подобным вопросам, сказал Григорян. Вице-премьер отметил, что есть прогресс, но на данный момент все еще ведется экспертная работа, что очень важно в контексте поиска правильных решений. Григорян также сообщил, что совместная рабочая группа по разблокировке коммуникаций должна была представить первые результаты до конца марта. Однако дата изменилась, поскольку предстоит дополнительная экспертная работа.